Давайте, я тоже не знаю, что делать. Давайте мы... Я вас знакомлю. Девушка пришла ко мне на массаж. А я, кстати, забыла... Наталья ко мне пришла на массаж. И мы только что сделали массаж лица. И Наталья мне обещала, любезно обещала сказать свой отзыв. Она приехала, кстати, из Новороссийска. Ну, камера себе какой-то такой. Прям большая. Да, я с Таней очень давно хотела познакомиться. Наконец-то моя мечта сбылась. Очень-очень все понравилось. Я думаю, это первый, но не последний раз. Вообще, Таня, просила с большой буквы. Не зря я приехала. Спасибо. Да, вам большое спасибо за дельные советы, за то, что уделили мне столько времени, столько всего интересного рассказали, и руки у вас волшебные. Спасибо. Как вам сам массаж? Очень понравился. Я почти заснула, но не заснула, но это было очень-очень расслабляюще, очень здорово, приятно. Побольше бы таких приятностей в жизни. Ладно. Спасибо всем. Пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.